3 300 000 деревьев высадят в Алматинской области в ближайшие 30 лет. Инвестировать в посадку леса будет британская компания SEF. Об этом стало известно сегодня на встрече премьер-министра страны Олжаса Бектенова с вице-президентом компании Александром Демидовым и директором казахстанской компании SAFC Юрием Кимом. Стороны подписали соглашение о создании лесной экосистемы в Алматинской области. Высадят тополя, вязы, березу, ясень, шиповник. Среднегодовое сокращение выбросов составит 26 тонн углекислого газа на гектар. Ожидается эффект в виде развития агропроизводства, экотуризма и создания рабочих мест. Как отметил Олжас Бектенов, глава государства особое внимание уделяет вопросам экологии, и правительство стремится создать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций в экологические проекты. Будут переустроены деградированные пастбища в лесную экосистему. Эта лесная экосистема поглотит углекислый газ, и в течение 30 лет мы будем продавать углеродные единицы, получать дополнительную выручку. Мы очень рады участвовать в этом проекте, в первую очередь, потому что видим огромный потенциал в Казахстане. Наше задание – это, в первую очередь, и экология. Но с точки зрения индустрии, новой индустрии, у Казахстана есть огромный потенциал. Потому что спрос на климатические единицы будет расти, и у Казахстана очень хорошая стратегическая позиция, чтобы эти единицы снабжать на рынок.